кубок. Мне смешно, и я дивлюсь на самого себя. Непритворна моя грусть, мне действительно тяжело жить. Горестны и безотрадны мои чувства, и между тем я стараюсь придать им блеск и красивость. Я ищу образов, сравнений, я округляю мою речь, тешусь звоном и созвучием слов. Я как воятель, как золотых дел мастер, Старательно леплю и вырезаю и всячески украшаю тот кубок, в котором я сам же подношу себе траву. Январь 1878 года.